Первенство Южного федерального округа по самбо среди юниоров – это традиционные соревнования. В Армавире они проводятся каждый год. На этот раз побороться за право войти в сборную округа приехало 150 юношей и девушек из 7 регионов страны. Участниками спортивных поединков стали самбисты из Крыма, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Калмыкии, Адыгеи и Краснодарского края. Достойно был представлен и Армавир. Те ребята, которые прошли уже отборы на первенство мира, неоднократно боролись, первенство Европы, первенство России. Здесь титулованные ребята борются, то есть это первый этап перед выходом на арену среди взрослых. Юрию Меликяну 18 лет, 10 из них он занимается самбо. Юрий уже становился призером чемпионатов России, Европы, престижных международных соревнований. Юноша считает, что самбо помогает воспитывать целеустремленность и твердый характер. Родители отвели на спорт. Раньше родители тоже занимались этим спортом. И вот решили так отдать на этот вид спорта. Красивый вид спорта, справедливость, ну, дух воспитывает. Хороший вид спорта. Участниками соревнований стали спортсмены в возрасте 18-19 лет. Первенство не случайно проводится в Армавире. Наш город является колыбелью самбо юга России. Здесь сосредоточено, саккумулировано очень много ведущих тренеров и как бывших спортсменов с большой буквы. И, соответственно, здесь ребята, как бы центр такой получился, здесь ребята очень достойно, серьезные. И есть олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы. Здесь члены сборной России, тут как что ни фамилия, то личность. Победители и призеры первенства ЮФО войдут в состав сборной округа и выступят на финальных всероссийских соревнованиях, которые пройдут в феврале будущего года в Екатеринбурге. Влада Волошина, Игорь Щинников, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».